Другие новости. В поселке Красная Сопка возросла волна преступности. Местные жители боятся выходить на улицу. Ой, жить стало-то страшно. Соседа-то моего вон там-то ограбили или убили. Убили или ограбили вон там, я не знаю. Говорят, где-то банда укупалась неподалеку. Ой, страшно-то, как жить-то стало. Мы не рекомендуем посещать общественные места в вечернее время и не оставлять без присмотра детей. Если вы стали очевидцем, просим вас немедленно сообщить по телефону 8  967 296 47 56 77 48 56 77 47 56 77 3 45 56 65 43 44 62 96 153 72 56 67 56 73 45 56 67 56 73 45 56 67 56 73 47 56 67 73 56 67 56 73 56 67 56 73 56 67 56 73 56 67 56 73 56 73 56 67 56 73 56 67 73 56 67 73 56 67 73 56 67 73 56 67 73 56 67 73 56 67 73 56 67 73 56 67 73 56 67 73 56 67 73 56 67 73 56 67 73 56 67 73 56 67 73 56 67 73 56 67 73 56 67 73 56 67 73 56 67 73 56 67 73 56 67 73 56 67 73 56 67 73 56 67 73 56 67 73 56 67 73 56 67 73 56 67 73 56 67 73 56 67 73 56 67 73 56 67 73 56 67 73 56 67 73 56 67 73 56 67 73 56 67 73 56 67 73 56 67 73 56 67 73 56 67 73 56 67 73
384-78-56. 54-323. 56-765-45. 78-2-1-2-3. 456-723-65-37-58. 2-1-564-5-6-2. 342-56-54-43. 6-78-68-32-7. 5-6-89-5-45-6. 7-53-34-4. 57-88-4-23-8-60. Жужа, ты чё молчишь?
Ну-го! Давалить всех надо, и все, концы в воду. Че тут думать-то? Да это не выход, надо залечь на дно. И что вы предлагаете? Опять ролики концерты, да? Сидеть без денег? А что вы предлагаете? Жанна, ты что предлагаешь? Мы так рискуем. Предлагаю подмять под себя зыряс. Что? Жанна, дело говорит. А что? И деньги будут, и бензин всегда будет. Над этим надо подумать. Где Ворон? А, я тут, бро. Что у нас с магазином? С магазином все окей. Всю прибыль собрали? Вся прибыль собрана. Всем продавцам заплатили, они будут получать. Все в порядке? Все в полупорядке. А что от свидетелей-то не избавились? Каких свидетелей? Не было свидетелей. Рукой своей клянусь. Вы когда магазин брали, хакера две бабки видели. Ты че? Ну, Буко, мы работали очень тихо. Никто не мог ничто видеть. Не могли. Не могли. Не могли. Исключено. Абсолютно. А это что? Два, 54, 76, 87, 5, 4, 45, 6, 7, 54, 3, 6, 7, 5, 36, 7, 768, 45, 34, 23, 556, 6, 67, 4, 4, 6, 565, 76, 56, 54, 7, 34, 43, 56, 346, 643, 643, 63, 46, 7, 89, 70. Давайте их надо, все! Жужа, дело говорить! Да кого ты молить будешь? Как кого? Да всех молить надо! Нет, нам надо вспомнить, где мы работаем! Я все придумала! Подвернулась работенка! Кого надо убрать? Успокойся, Жужа, мы же культурные работники! Но это ведь только прикрытие! Я знаю! Надо отвлечь людей, чтобы все забыли про события в поселке. Сегодня по плану у нас праздник? А можно поинтересоваться, что за план? План работы для тех, кто забыл. Рыба, теперь тебе все понятно? Ну, в принципе, все. Понятно, но я хотела уточнить пару моментов. Ой, иди уже занимайся делом, иди рисуй объявление и помни, что все выглядит должно достойно. Я так понимаю, тебе там придется заниматься не бог знает чем, кроме того, как зарабатывать деньги. Все. Давай руки. Ты что это жало? Кинуть нас надумала? Мы в одном котле варимся. Ты учти, что тебя никто не найдет, как того боевиста в 2001-м, поняла? А я чего? Я пошла руки помыть. Я пойду сцену наряжать. А, ну иди тогда. Нас захотела. Ага. Вот Бугор, смотри, тут написано, надо петь, танцевать. Это что, все делать надо нам? А это не моя прихоть. Сказано петь, танцевать. Это наше общее дело. Иди, не задавайся глупых вопросов. Ну ладно, что, можно идти? Иди. Ладно, все, сюда. А мне что делать? Отвечать за музыку будешь. А может, я лучше рыбе буду помогать? Нет, нужна хорошая музыка. Иди ищи музыку. Или ты против? Нет, все ясно. Пойду искать музыку хорошую. Ну вот, давай, иди, ищи. Слушай, я знаешь, подумала, Бугор,
Нужны кровавые сцены. Люди вообще будут в восторге. Жужа, ну ты чё не помнишь, как было в 98-м? Ты чё, хочешь, чтобы мы опять в гримёрке там сидели 2 месяца без жрачки? Не, Куко, я не выдержу 2 месяца без жрачки. Ну вот, я говорю. Иди, и ты будешь отвечать за этот весь балаган. Какой балаган? За творческий. А, ну ладно, все, замерзло. Ну все, ну. Навеки арестант, погибли юности талант в твоих стенах. Таганка, все ночи полные огня. Таганка, зачем... 643, 63, 46, 7, 89, 70. А сейчас приятные новости. В Красносопкинском Доме культуры сегодня состоится праздничный концерт. Работники культуры поздравляют всех жителей с праздником и желают всем крепкого здоровья и жизненного благополучия. Приятного просмотра! Приглашаем вас 1 октября в 12 часов на праздничный концерт День пожилого человека.